Здравствуй, здравствуй. Взгляни на мой товар. Все из лучших ингредиентов. Полностью одобряю твой выбор. Я точно? Мне... Сюнин, разведай местность. Эйвор, давай сюда. Вы в порядке? Да. Паравид и его люди сопроводили Риксига во дворец. Сейчас все в безопасности. Встретимся там. Подлый мерзавец. Устроил заговор у нас под носом. Плевать. Мне нужны ответы. Тише, лорд Риксик. Аудун мертв. Я хотел сам вырвать его хребет. Хочешь меня успокоить? Объясни, что происходит. Аудун состоял в тайном ордене, который хотел захватить власть в Йорвике. Ему помогали Григорий, смотритель порта, Ингиборга, Аббатисса. Что же, Эйвор, ты искал заговорщиков самого своего прибытия? Да. Пришлось держать все в тайне. Эти люди дотянутся до любого, проникнут за любые стены. Не найди мы их, они бы сожрали Йорвик изнутри, как черви испорченное яблоко. Но ты смог этому помешать. Мы в долгу перед тобой. Будь уверен, я все расскажу ярлу Хальфдену. Раз угроза миновала, прими мою благодарность. Как и многие другие, я жив лишь благодаря тебе. Я хочу назначить тебя почетным ривом Йорвика, Эйвор. Ты согласен? Признаюсь, звучит хорошо. Почту за честь. Ты это заслужил. Что ж, если это все, напомню о куче серебра, спрятанной под улицами города. Точно. Серебро, что набрал смотритель порта. На что предлагаешь его пустить? Без должной поддержки войску Хальфдена не одолеть пиктов. Потратим деньги на войну. Поможем людям Хальфдена победить. Потомки нам за это скажут спасибо. Я точно возражать не стану. Решено. Хьор проследит, чтобы войско ни в чем не нуждалось. Пойдем, Фаравид, заберем это серебро. Я хоть прогуляюсь. У нас в Бьярмии говорят, лишь мертвым есть на что жаловаться. А мы пока живы. Я бы пожаловался на короля и состояние казны, но воздержусь. Ты молодец, Эйвор. Вы тоже. Возможно, вместе мы бы смогли спасти Норвегию от Харальда. Еще спасем. Нет, Норвегия уже в прошлом, а в будущем вся Англия. А теперь мне пора. Стой! Нужна будет помощь, мы придем. Вот еще что. Я усомнился в тебе, Хьор, из-за серебра на твоем столе. Скажи же, для чего оно? Видно, в секрете мне этого уже не удержать.
Я попросил мастера сделать подарок Льюфвине, чтобы преподнести ей к Йолю. Хитрец. Пойду я, пока вы трон не осквернили. До следующей встречи, Эйвор. Не здесь, так в ином мире. Окажешься в Йорвике снова, выпей с нами Эля. Я тут знаю одно местечко. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Эти новые видения тревожат меня. Одина вижу лишь я. Или в грезах о Свартальфахейме кроется что-то еще. Пожалуй, стоит погреться у костра, немного прийти в себя и поразмыслить. Эйвор, здравствуй! В Йорвике больше нет приспешников Ордена. А Льюфвин и Хьор помогут нам, когда будет нужно. Ты хорошо справляешься с этой работой. Так скоро к незримым примкнешь. Вряд ли. Таясь по закоулкам, славы не добудешь. Посмотрим на карту союзов. Что ждет нас в Йорвикшире? Хальфдан Рагнарсон, покоритель Севера, просит о встрече. Хочет лично познакомиться с Эйвором, братом Волка. Ярл Хальфдан. Я столько слышал о нем, что кажется, будто мы уже знакомы. Хальфдан сейчас ведет войну с пиктами с Северных холмов. Видимо, ему нужен твой совет или помощь. Если хочешь с ним встретиться, отправляйся в его лагерь. Я отметила это место. Отправлюсь сейчас же. Осторожнее, Эйвор. Йорвикшир ведет войну с пиктами, гордым кланом, что живет прямо за Римским валом.
Пришел Уба Рагнарсон. Говорит, что у него к тебе дело. Уба Рагнарсон, далеко ты забрался от дома? Да, Эйвор. Я долго шел по просторам Мерсии, чтобы поблагодарить тебя. За что? Ивар причинил вред тебе и тем, кто рядом с тобой, но ты не отказал ему в праве войти в Вальгаллу. Я не смог обуздать его в этой жизни. Но в следующей он сослужит всеотцу хорошую службу. За твоим братом следовала тьма, и вряд ли он осознавал это. Но ты прав, сейчас он там, где должен быть. Да. Я же пришел отблагодарить тебя и вручить дар. Знак моего уважения. Спасибо. Используй его с умом. Надеюсь, еще увидимся. На поле битвы, если повезет. Цели.
крылья, Сюнин. Тише, Сюнин.
Мне нужна твоя помощь, Сюнин.